В общем, ребят, новое видео. Acura MDX. Вот это у нас 20-й год. Видите, да, с какой мордашкой? И очень скоро нам покажут 22-й. Сейчас разберемся, что за разница. Постараемся сделать тест-драйв. Какие двигателя? Что это вообще? Разные машины, одинаковые машины. 20-го года она смотрится неплохо. Но мне говорят, что 22-й там вообще просто космос. Давайте смотреть. Под капотом здесь у нас 3,5 литра, 290 лошадок, все закрыто. Напоминаю, это 20-й год. Ребят, сопровождать меня будет Джан. Смотрите, 2022. Yes, sir. Полностью новый дизайн. Давайте сделаем небольшой тест-драйв на ней, проедемся. Что это у нас за Acura? Смотрите, что у нас тут по мордашке. Полностью отличается. Передняя часть, она довольно-таки изменилась. Is it 3.2? It is a 3.6. 3.6? Ah, yes. Okay. Is it 290 horsepower or a little bit different? 290. They're coming out with the Type S, probably okay. Late summer, early fall. That's going to be a six-cylinder turbo, 3.0 turbo. Ah, okay. It's going to be 355. Ребят, это у нас 3.6, 290 лошадок, такой как CL6. Будет 3-литровая еще турбированная. Вы видите, ну двигатель уже другой. Давайте проедемся. Фары. Вы обратили внимание, какая разница? Ну и мордашка совсем другая. Идут у нас 20-е колесики, ребят, 255-50-20. Стоят секретки сразу. Ну, бежевый салон неплохо смотрится. Вот такие вот дверные карты у нас здесь. Память сидений есть. Все вот это. Вот так вот выглядит водительское сиденье. Объем багажника, ребят, ну объем багажника довольно-таки большой, если мы слаживаем последние вот эти два сиденья. Смотрите, у нас здесь есть домкраты, у нас здесь есть все, что необходимо. Вот, там есть накаточка, как я понимаю. Ну, в общем, как-то так. Панорамная крыша, вы обратили внимание, да? Полностью изменилась задняя часть. Смотрите. Изменилась крышка, изменились фонари, изменился бампер. Но уже Acura немножко не узнать. Если мы поставим сейчас MDX рядышком именно 20-го года, вы сейчас все поймете. Видите, да, о чем я говорю? У нас полностью все другое. Другой бампер, другая задняя часть. Все. Это не рестайлинг, это полностью другой кузов. Смотрите, что в старом кузове, да? И что все-таки в новом. Совсем другая панель. Другая центральная консоль. А вам что больше нравится? Пишите в комментариях. Старый MDX или все-таки новый? Глядя на два автомобиля, мне почему-то кажется, что новый кузов, он немножко длиннее. Не знаю, это обманка зрения или он действительно длиннее. А мы позже напишем здесь, какая длина кузова нового, какая длина старого. Изменения подверглись также зеркала. Ребят, вы видите? У нас здесь стоит маленький повторитель. Вот так вот выглядит зеркало Acura 2022 в сравнении с зеркалами 2020. Видно, да? Сейчас сделаем с ним небольшой тест-драйв. Can you show me key? Yeah, here's the key. It's been really newly designed as well. Выглядит ключ новый, да. Новый дизайн, number one, and also you have number two. As well as number two, yes. This defob, the valet. Okay. Comes out quite simple. Nice. Ребят, разговариваем с Джоном. Смотрите, сейчас на данный момент у нас в новой Acura MDX имеется 3 памяти сидений. В старой, вот у нас здесь старая, в старой модели у нас здесь 2. Вот так вот видите. Это вообще полный редизайн салона, полный редизайн кузова. Жесть. They added more trunk space, plus they made this, they made this reversible. Окей. So you can, if you have something. Ребята, полочка видно, да, она меняется, изменяется, можно ставить. Completely remove it. Your spare tire. Under this one? Yeah, under car. Yeah. You lift this up. Sure. And then you press that, and it falls from the bottom. Он говорит о том, что у нас там есть докатка. Я уже говорил. Итак, ребят, делаем небольшой тест-драйв. Еду один. Говорят, ну езди, катайся, какая разница. Что у нас здесь, смотрите. Вот так вот только завел. Идет вот такой вот
загружается монитор, что у нас здесь будет. Ну, я думаю, что по мониторам Acura должно быть все на высшем уровне. Чарджер работает или нет? Да, чарджер работает, заряжает. Но я пока не вижу, но он говорит, что он должен заряжать. Зарядка у нас пошла, народ. Все, супер, видно, да? Открываем панорамку, хочу посмотреть, что там за панорамочка такая. Ну, панорамка довольно-таки большая. Да, открылась, сразу стало очень светло в салоне. Ну да. Так, это Acura 3.5, слышится, да? Разгоняется она, ну, я бы не сказал, что очень хорошо. Как Acura, семейный такой внедорожничек. На руле у нас, ребят, управление всем. У нас здесь управлять всеми компьютерами. У нас здесь, кстати, есть еще и лепестки, вы видите. Все, что необходимо, все здесь. Они все вынесли конкретно на рулевое колесо. Вот здесь ты можешь управлять всем, чем угодно. Двигатель 3.5, ну, он такой, нужно поддавливать. Парни, не знаю, я не катался на Хондах, на Акурах, но то, что я вижу, ну, как бы долго не катался, там, неделя, две, три, пять. Я, если делал тест-драйв, это как бы пару часов. То, что я вижу, нужно давить на педаль. То есть, ну, это, мне кажется, определенное вождение, тип езды именно от Акуры. Эконом-режим, как у многих автомобилей. Глушит двигатель при полной остановке, но и поехали дальше. Вот это вот. Как будто чего-то не хватает. Я думаю, трехлитровые двигателя, о которых они говорят, они турбированные, они будут гораздо поинтереснее и гораздо побыстрее и пошустрее. И, скорее всего, там должно быть побольше лошадок, нежели 3.5 этих атмосферников. То, что вижу я, это полностью измененный автомобиль. Поэтому те, кто приобретал, ребят, автомобили Acura NZX 2020, я думаю, вы поспешили. Вот уже сейчас, буквально на 2-3 тысячи дороже, вы можете приобрести вот такие вот новые Acura NZX 2022. И здесь на листе, вот на продажном, вы видите, да, стоит NZX 2022. Многие спросят, почему так, ребят, потому что это модель 22 года. Она уже здесь есть в продаже. Ну а по бирке модель 22 года будет первый месяц 21. Обратите внимание, что с правой стороны на правой дверной карте у нас имеется точно так же память сидений. Три памяти. Средний ряд в этом автомобиле стал более вместительным, ребят. Обратите внимание. Кстати, в этой модели у нас что имеется? У нас имеется как бы три сиденья, три места. Среднее оно вот так вот может слаживаться, может вообще выниматься. Здесь есть два подстаканника. Такое вот место для телефонов, ну мало ли. Смотри, сколько места. У меня рост 1,82 м. Спокойно сидишь. Место спереди. Водителю, пассажиру хватает. Сзади точно так же. Но еще есть маленький ряд, как я понимаю, для детей. Я его никогда не использую. Я не знаю, кто-то если использует. Парни, обратите внимание, сколько там мест. Качество отделки, ребята. Я смотрю, все ровные строчки на дверных картах. Ровные строчки на сиденьях. То есть все довольно-таки прилично отделано. Может, эко кожа у Acura немножко другая, чем у Toyota. Не знаю. Японцы же. Так, закрываем. Ну что, поехали дальше. Сейчас посмотрим камеры. Что у нас тут по камерам, ребят? Так, камера заднего хода. Ну что, качество задней камеры. Все good. Эй, почему это ты у нас становишься? А, дверь не закрыта. Ребята, обратили внимание, да, вот дверь не закрыта, не дожала. И он не дает мне поехать. Вот так вот. Камера просто смотрится бомбезно. Капот не закрыт. Ах ты, ну идемте. Ну хорошо, что везде стоят датчики, которые, ну, сразу сигнализируют, что закрыто, что не закрыто. Согласитесь?
панель управления задним климат-контролем. Что у нас здесь есть? Так, авто, вот. Сейчас включить-то я не могу. Он. Странно, да, ребят? Ну, я уверен, что она все включается, как бы. Как-то так. Может, оттуда? Нужно это включить. Сейчас увидим. Что мы видим здесь у нас есть на панельке, ребят? Включение-выключение печки, управление режимами, скорость, кондиционер, заднее сиденье, подогрев переднего стекла, заднего, зеркал, в общем, все вот это здесь есть. Двухзонный климат-контроль для водителей, для пассажиров. Лампочка, точнее лампочка, аварийка у нас сразу здесь. Кнопочка Push Start. Ну, вот так вот выглядит плафон вот этот. Здесь у нас есть Road Assist. Что у нас здесь есть еще? Закрывание, открывание люка, шторки, панорамки. В общем, все вот это. Ну и для очков вот такой вот кейс. Панель, она вся обтянута кожей. Смотрите, полностью вся. Это действительно строчки, это действительно, ну, скорее всего, эко-кожа, но это кожа. Вот здесь уже идет пластик, а вот это все эко-кожа. Включил всю оптику, вот так вот светит у нас фары. Днем это не передает, но я думаю, что фары здесь у нас сделаны очень хорошо и очень качественно. Светить они должны тут на все 100. А вы знали, что у нас здесь стоит 10-ступенчатый автомат? 10-ступенчатая автоматическая коробка, народ. Добавили много хрома. Решетка у нас идет вся по кругу хром. А вот здесь вот вставочки из хрома. На дверях они пустили вот такие молдинги, ребят. Также хром. Ну и задний бампер у нас. Также идет хром. Электроуправление рулем. Вперед-назад, вверх-вниз. По музыке. Здесь уже беспроводной стоит Apple CarPlay, но и музыка здесь. Качает она очень хорошо. То есть то, что надо. Вот мне нравится такая музыка. Я даже не знаю, что за компания, но сейчас посмотрим. Монитором управлять очень просто. Вот, вот здесь ты управляешь все. Телефон, навигация, Sirius FM, FM радио, как бы все, что необходимо, все здесь есть. А с Джоном сейчас поговорили по поводу цен. В общем, смотрите, из-за того, что вышло сейчас Acura MDX 2022, цена на это упала на 10 тысяч. Сейчас вот эти Acura MDX 2020-2021 года можно брать на 10 тысяч долларов меньше. Вот она стоила 52, она сейчас стоит 42. А если с ними поболтать, я думаю, можно будет еще тут припустить. Поэтому сейчас самое время для тех, кто хочет брать вот, вот этот автомобиль. Здесь этот полностью с налогом совсем. Сейчас мы посмотрим, сколько будет стоить, но примерно я уже знаю, что это будет в районе 57 тысяч. 57 за новый автомобиль. И здесь будет 44 за новый автомобиль. Просто, просто все очень просто, да? Вот какая разница. А что бы выбрали вы? Это? Или все-таки вот это? Это более технологичный, более интересный, ну и более навороченный. Ну и, конечно же, сразу и по цене гораздо дороже. Все, вот такой вот у нас был небольшой, ребят, обзорчик на Acura MDX. Понравилось? Ставим лайки, делимся видео. С вами был Cinemotors. Я думаю, на днях сделаем еще обзор на новую Acura RDX, поэтому смотрите у нас на канале.